Эпоха одних лишь учебников постепенно уходит в прошлое. В школьном образовании 21 века привычные методы обучения бок о бок соседствуют с современными технологиями. Загадочный термин «веб-квест» стал темой для собрания учителей в школе номер 2 Десногорска. Однажды, познакомившись в сети интернет с преподавателями из Кемеровской области, я увидела такую интересную работу, как веб-квест. Я заинтересовалась, познакомилась с преподавателем и попросила мне рассказать об этом. Олеся Радчик – учитель начальных классов и новатор учебного процесса. Благодаря ей у школы есть теперь хороший аргумент в борьбе за внимание своих подопечных. Главная идея веб-квеста – при помощи компьютера решить предложенное учителем задание. Материалы размещаются на страничке в сети, доступ к которой получают все участники игры. Тема веб-квеста может быть все, что угодно – от исторических событий и известных личностей до высокотехнологичных загадок. Разбившись на группы, ребята готовят проект по заданной теме, который защищают в конце квеста. В школе уже успешно провели несколько игр. Например, ребята разбирались в биографии Аркадия Гайдара, а еще проанализировали сказку «Щелкунчик» и «Мышиный король». Такой игровой формат не только дает школьникам легко усвоить материал, но и помогает во многом другом. Коммуникативные навыки очень развиваются, ребята становятся более эрудированы, потому что чаще всего после веб-квеста мы проводим, конечно, викторину. При этом современные технологии позволяют проводить квесты как среди учеников одной школы, так и со всеми желающими в любой точке России. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.